Это первый мисуп на протяжении всего лета. Сегодня, ребята, 19 августа, заканчивается вторая декада августа. А я, дабы не понести ущерб для своего организма, так как он перестраивается и, скорее всего, может привести до того, что полностью откажусь я от еды, на днях я приготовила такую же самую кастрюльку на 5 литров, но там был у меня овощный борщ, капуста, бурячок, спаржевая фасолька, вся зеленуха. А сегодня мне захотелось на основе части бульона от мускусной утки. От мускусной утки, а это у нас тут, где крылышки, тут, где хребет, именно такие части проваривались, шея. Цей бульон я разделила на 4 части и добавила также сюда. Що состоїть мій суп? Що состоїть мій суп? Спаржева фасоля, яку я вирвала у себе на огороді. У мене є росте спаржева фасоля. Морковочка також у себе на огороді. Петрушка теж у себе на огороді. Картошка теж наша. Лучок. Я його слегка-слегка з морковкою пропасервала вообще чуточку. І зелений лук, який садила сіянцем, не сіянцем, а чернушечкою у мене. Тут также есть и цибулька мелко порезана. И тут же вы видите, да, так как я птицевод, перепеловод, яйцо перепелине. Яйцо перепелине уже я суп выключила, он уже приготовился. И потом, после этого, я сюда кинула, ну, наверное, штучек 20 перепелиных яиц. Вчера была пятница, была доставка по городу Первомайску мяса перепелиного и яйца перепелиного. А это что внесли наши перепелочки. Можно сказать, как яйцо пашот. То есть виключена кастрюля з супом, туди бросається яйцо, і вони вже там такі будуть не переварені, жовток буде більш ніжний. Зараз ви бачите, зроблена така лапша. Лапша зроблена теж з перепелиних яєць, береться 4-5 перепелиних яєчок, забивається солькою і мука, і все, більше нічого. І отак нарізається, можна і потоньше, можна погрубіше, теж в кінці варки бросається, і отакий зробила я суп. Який він вкусний. Качаный бульон. И самое главное, ребята, петрушка. Ну и качаный бульон. И сейчас хочу раскусить яичко. Возьмем вот это яичко. Просто, чтобы не отваривать яйца, потом чистить и туда бросать. По-быстрому, ребята, по-быстрому. Желток получается просто как крем. Кремик, сливочное масло, такой мягкий, нежный. Він, бачите, він не переваренный. И если вы варите перепелине яйцо, его надо просто бросать в холодную воду. Вода закипела и отключаете. И пускай яичко там еще дойде. И оно не будет вот такая оболочка синяя. Потому что если синяя, такая серая оболочка, значит яйцо, желточек переваренный. Ой, какое вкусное яичко. Запускаем свой организм, ребята, для того, чтобы восстановить в нем жизнь. Мне приятного аппетита. Если вам была полезна эта информация, как сварить даже то самое перепелиное яйцо, и кому было любопытно, что Гулена варит супы, ну вот такие у нас второй суп, наверное, за 4-5 месяцев. Всем приятного аппетита, всего доброго. С вами была Хитрук Елена. Буду кушать цей суп без хлеба, а хлеб я уже не печу, наверное, недели 3 месяца точно. Не печу хлеб. Скажете, я отказалась от хлеба? Нет, от хлеба не отказываюсь. Просто не хватает физически времени, и у нас сумасшедшая жара. При такой жаре просто все перекисает. Ну... ну и вдобавок можно дополнить до этого супчика 2 таких кусочка плечика от мускусной утки. Это был у нас качур. Кости есть, будет мясо вкусно. Всем всего наилучшего. Вот такой у меня будет полудник. Завтрака не было, обеда не было. Все было у нас фрукты и ягоды с огорода. Смачного! Еще перец болгарский есть. Как вкусно. Но перец болгарский у нас зеленого цвета. Спар
Оранжевая фасолька. Лапшичка. Як це все вкусно. Наша петрушечка. Картошка. Картошка це не гренада, це та красна, яка оставалась у нас. Гарячий-гарячий. Спаржевая фасоля. Пишите в комментариях, кто варит спаржевую фасолю там в борщах, или в супах, или в солянках. Как она вкусно. Как она вкусно. Мне кажется, что я, наверное, бы одни бы овощи бы кушала и кушала. Картошки много сильно кинула. Скоро будет батат. Скоро будет топинамбур. И будет трошки по-другому. Надо повторить, ребята. Что-то он у меня не раскушался, он мне, цей супчик. Какой красивый. Там еще перец болгарский есть. Он так пахнет. Вот так, видите? Фасолька спаржевая, перчик болгарский, яичко, как пахнет, петрушка, зелень, и ну бульон, вообще супы бульонные, хорошо, ну бульонами не надо очень увлекаться. Вот это, что хочу вам показать, в одном яйце, перепила у меня молодняк, начинаю нестись, и в одном яйце, вот так, в одном яйце два желточка, то есть двух желтковых. Так, кто-то из моих постоянных зрителей подивится и скажет: Лена, держи телефон осторожно, потому что опять утопишь его. А он меня вообще держится еле-еле. Ой, а я какая жадна. Ляю и ляю, уже тарелка полна-полна. Я ж люблю вот этот жирочек. Нема куда уже сісти. Нема уже куда сісти. Щось Лена собі сипала-сипала и без жирка наляла. И еще одну тарелочку сейчас дадим. Это маленькие такие тарелочки, ребят. Сами бачили, сколько там ополоночков. Вот так. Вкусно. И он вообще слабосоленый, вкусный. Сейчас вот эту кастрюлю с супом надо будет оставить в воду холодную, чтобы он быстрее остыл, потому что может прокиснуть. Морковка там, а она не прожарена, а только проварена. И плюс фасоль может дать то, что заиграет цей суп. На дворе у нас 35-36 градусов жары. И плюс лапша. А горячий сильно суп в холодильник не поставишь. И опустить, если его десь оставить, чтобы он сам по себе остывал, он так может просто остывать, остывать и просто скиснуть, и все. Так что я ложу в холодную воду, меняю воду в холодную воду, он у нас уже остывший, и потом ставлю в холодильник, потому что сам скушал, а семья останется голодна, если скисне суп. А тут жалко, потому что это все то, что мы вырастили в себе на участке, и обнулить его будет очень-очень жалко. Ой, какой вкусный суп, такой горячий-горячий. Ой, Лена прям по бортике наляла. Такая пялочка. Ой, який вкусненький. Боже, який вкусний суп. Чего ж ты, Лена, целое лето не варила суп? Ой, яка вкуснятина. Горяченький, спина мокра. Футболка аж пристає до спини. Уже 10-й пот льется. Ой, красота. Я ж вообще холодной ни воды не пью, ничего. Лучше выпить или горячего там чая. Или вот горячей еды пропотить. А душ, пішов, сполоснувся и все. Ну не геть кипяток, кипяток тоже вредно кушать. Ну горяченький, хороший. Ой, як вкусно, як вкусно. Мне кажется, что завтра мои коллеги сварят тоже такой самый суп, как у меня. Ну, может вы там что-то другое добавите. Спаржевая фасоля, морковка, лук. Лук такий, что на жарку. Бачите, он такий уже вот зрелый лук. И есть лучок вот зелененький. Трошечки зелененького лучка и петрушечка. Если есть зеленый укроп, может это с укропом, но петрушка тут сыграла вообще классно. Петрушка, вот куриные бульоны, петрушка, ну, такая у меня вот зелень, какая есть. Очень вкусный суп. И опять яичко, не переживайте, что они там сыри будут, ничего они не будут сыри. Это белок,
Он даже хоть и в желтом состоянии, он себе белок, який он свернулся, он приготовился. Очень вкусно. Даже детям такие супы готовить, они будут есть яйцо с удовольствием. Потому что сейчас дети очень капризные. Ну, я тоже была. Мне цветочек очень переборчиво и капризно в еде. Тут попалось прям много болгарского перца. 2-3 перчика. Смотря какие, конечно. Ой, вкусно.